Что, идет, да? Да. Почему, когда ты бьешь, у меня попадает руки, я себя рукой бью, а когда я бью, у тебя не попадает. Ой, как я делаю. Armstrong YouTube channel. Скажешь, когда снимаешь? Меня зовут Савельев Валерий. Я живу в городе Вышний Волочок. Это он раздевался вообще. Когда ты начал тренироваться? Когда начал? Я понял. Ну, лет пять назад. Она и на работе-то лучше себя чувствуешь. Ты приходишь, общаешься уже с людьми по-другому, да, более уверенно, сходно. Конечно, с людьми по-другому общаюсь, да. Теперь скажи, кто тебя привёл? Вот, как это произошло? Как? Вот. Первый раз я сюда попал, это благодаря Руслану из Анатолина. Как это было? Это было уже сколько лет назад, наверное, лет... Лет шесть, да? Больше? Да, да. Это лет шесть назад, наверное, было. Я здесь начинал делать ремонт в этом доме. Вот, а потом вот, посмотрел на этот спортзал. Руслан мне показал некоторые упражнения. Ой, еще. И так я втянулся, начал заниматься спортом. В спортзале я боксирую, занимаюсь, ну, чисто для себя, поддерживаю себя в форме просто. Покажи лицо, ну, напрягись, вот, а сколько тебе лет-то? 47 лет мне. Ну, 47 лет, как ты на цвет? Люди бухали, ходили, а ты ходил в кино, катался на коньках. Да, да. Ходил на коту, ходил в спортзал, да. В хоккей играл, да. Вчера в хоккей ходил, играл. И молодых времени я выиграл. Да, забивал, не гал и забивал, да. Ты не говоришь, что молодые не умеют играть, да, в хоккей? Разные попадаются. Есть, которые вообще на коньках плохо стоят. Ну я в детстве все равно в хоккей играл, я ездил на коньках, умею кататься. Ну, старая школа лучше играет, старая, да? Старая лучше школа играет, да. Да? Да, старая школа лучше. Ну до каких лет планируешь заниматься? Как что значит до каких? Постоянно. Постоянно? Постоянно, да.
Но когда приходят люди, звонят и говорят, а за какой срок я могу докачаться? Не, ну это, если у него цель такая докачаться, а потом все бросить, зачем тогда вообще ходить? Да, я не понимаю. Если ты ходишь, так значит ходи, это доставляет удовольствие человеку. Ты ходишь сюда, приходишь, не, у тебя же не то, что там цель какая-то, что ты отходил месяц, накачался, а потом бросил, правильно? Я работаю на стекольном заводе. 9 января. Вот рекламу все делали. Да. Все делайте. Анаболики. Делаем водочные бутылки. Вот это поворот. Да, лихай сам только гонит. Ну ты на это, да? Да, в основном, да, так. Моему сыну Андрею привет. Armstrong YouTube channel.